И сегодня президент Украины Владимир Зеленский побывал в Одессе. В филармонии «Гарант» представил нового губернатора региона Максима Куцева и поздравил военнослужащих с предстоящим праздником – Дня защитника Украины. Память погибших воинов почтили минуты молчания. После этого военные, полицейские и спасатели получили из рук президента ордена и медали. Владимир Зеленский рассказал о планах по возвращению неподконтрольных Украине территорий. По его словам, в этом помогут грамотная дипломатия, оборона и подъем экономики. Окрема почесна місія сьогодні – це вручення нашим героям державних нагород. Але перед цим, якщо ви не проти, я хочу представити та надати слово новому очільнику Одеської ОДА Максим Васильович Куцій. Будь ласка. І повірте мені, я зроблю все важливе від себе, аби регіон Одещини та Одеса, зокрема, були перлиною біля моря та заслужено називалися цим гордим ім'ям. Щодо методів моєї роботи, я хотів би одразу закликати всіх приходити до мене. Мої двері завжди будуть відчинені до всіх. Отмечу, что перед приездом президента у здания филармонии прошли сразу несколько митингов против недобросовестных застройщиков, перегрузов на трассах области и уже ставшей известной в стране акция «Нет капитуляции». Визит был коротким. На поздравление защитников и представление нового губернатора у президента ушло чуть более 20 минут.